Представителя местных СМИ глава Сочи принимал в своем кабинете. Репортеров мэр поздравил с профессиональным праздником и отметил важность профессии журналиста, которые с полос газеты и с телеэкранов говорят не только о проблемах, но и самое главное – о достижениях города. Ведь благодаря в том числе средствам массовой информации о достоинствах Сочи узнают в разных уголках нашей страны и всего мира. Действительно, сегодня журналист – это тот человек, который непосредственно живет той жизнью, которой живут люди, он ее видит. Журналист – это еще и тот человек, который формирует идеологию и формирует ментальность людей. Журналистов с Днем российской печати глава Сочи поздравил знаками почета, признания и почет сочинцев и за профессиональное мастерство. Такую награду получила и наша коллега, корреспондент и ведущая новостей программы «В курсе» на телеканале ФКТ Ольга Десятова. Также были отмечены корреспондент «Вестей Сочи» Алексей Логвинов, журналист «Кубанских новостей» и РИА Новости Ольга Захарова и оператор ГТРК Сочи Тигран Мирзаян. Спасибо большое.